Всем привет! Сегодня у нас будут новости Турции. Немножко об этом поговорим. Прошла неделька. Я думаю, что кто сидит в Google, интересуется жизнью турецкой, с кем что-то тут связано с Турцией в жизни, вы о многих этих новостях в курсе. Но я всегда это просто освещаю с точки зрения людей, которые здесь живут, чтобы рассказать вам, чтобы вы понимали волнение, переживания здесь, что сами жители думают по этому поводу, по этой теме. Итак, давайте начнем с такого попроще. ЕС обещает Турции, грозит Турции санкциями по поводу туристического сезона следующего года. Пакет санкций сказали, что уже готовится, но его еще не объявляли. Возможно, там будет закрыт просто въезд Евросоюза туристам в Турцию на следующий сезон. Но это туристические санкции, касаемо именно туризма. Почему? Потому что продолжается все равно, несмотря на все проблемы, да, продолжается борьба с Грецией по поводу месторождений нефти и газа. И Эрдогана официально Турция объявила о том, что турецкий разведывательно-поисковый корабль, который на этом месте пришвартован сейчас и там типа изучает вот эти недры, как там что добывать можно. Короче, мы не отступаем от своего, да, продолжаем эту работу. Этот корабль не уплывает обратно, он остается на месте, об этом официально заявили, типа мы не двинемся, от своего не отступаем, от своих, скажем так, принятых решений. А Евросоюз, он ждал, что Турция как бы и обратно свалит, и уступит Греции. Но ничего этого не произошло, поэтому, в свою очередь, Евросоюз на своем заседании объявил о том, что подготовит пакет санкций для Турции на следующий туристический сезон. Посмотрим. По поводу людей здесь... Здесь такого всего произошло за неделю, случилось, наворотили, что всем на это, честно говоря, особо никто не реагирует, наплевать. И люди говорят, тут турки просто говорят, у нас есть туристы из другой части, из Европы в плане, это Россия, Москва, Украина, Беларусь, Казахстан. Все равно европейцы к нам очень мало едут, это в основном только немцы, поэтому мы не особо пострадаем, именно экономический сегмент и так, в принципе, из-за короны полная жопа в стране по туризму, поэтому мы не особо пострадаем, пусть готовят свои санкции, как хотят, вот такое настроение здесь людей. По поводу коронавируса, что у нас изменилось? Эту тему я не очень хочу затрагивать, в принципе, ничего, потому что не меняется. Да, активно люди болеют, в больнице кладутся, используется в Стамбуле вот этот мобильный госпиталь на 2000 мест, который построили еще весной, он используется, заполняется. Болеют все вокруг, очень много больных людей здесь. Ну что, к чему мы и пришли, это и сезон, но у нас начались дожди, плохая погода в Стамбуле, уже холодно, поэтому и грипп, у нас все вот это вперемешку с короной, там вообще не поймешь, что. Теперь у нас чуть у кого температура, ты чем-то ОРС заболел, ты сдаешь анализы, мазки на ковид тоже, потому что сразу, чтобы понять, что как, оно не оно, чтобы быстрее, главное, короче, не затягивать, быстрее людей лечить. И такая еще история, скажем так, на эту тему, момент такой, что я уже неоднократно слышала своих знакомых, Лиза, тебе привет, есть неподалеку, скажем так, моей соседки, знакомой девочки, с которой я общаюсь, ей приходили домой полицейские, спрашивали, знаете ли вы, кто по соседству болеет, они сказали, что у вас в доме, они, короче, информируют людей о том, что в доме были зараженные, называют фамилии, но номер квартиры не называли. Типа, вы будьте в курсе, что среди вас есть заболевшие. Моя знакомая другая в другом городе в Турции вообще сказала, что у их родственников в их сите, где они живут, на одну квартиру повесили объявление о том, что здесь живут зараженные люди, типа, осторожно, будьте, типа, осторожно. В таком роде какая-то информация была. То есть... Я считаю, что это неприемлемо, потому что мы не знаем психическое состояние людей. Что они могут предпринять, да? Они могут прийти, поджечь квартиру, может быть, какая-то паника, паника в обществе поднимается, да? И вот эта просто черная метка на дверь или, скажем так, давать вот эту информацию. Здесь люди у вас вообще-то, имейте в виду, болеют, вот это вот на шухере вести соседей. Это абсолютно неправильно. И, как сказала моя знакомая, это какое-то средневековье просто. Мы все равно переболеем. И да, я там теперь буду больше, короче, паники, суматохи на людей наводится. Это вообще неправильные действия, мне кажется. Расскажите, кто живет в Турции, вы с этим сталкивались уже, что-то вас информировали или нет? В нашем, скажем так, у нас не только сите, а вообще вот в этом блоке, где мы живем, в райончике, у нас здесь не пустили, я думаю, просто полицейских на это дело, потому что здесь люди такие у нас живут, есть очень скандальные, которые будут очень сильно вонять, это вход на территорию их частной жизни, собственности, чтобы полицейские какие-то ходили, что-то рассказывали. Я думаю, что просто побоялись, как бы правильно, Гювенлик наш, ну вот это
ЖЭК, проще говоря, по-русски, да, впускать сюда с информацией, типа информировать, потому что здесь люди будут против такого, так что у меня пока такого не было, что хочу сказать, но уже я такое слышала, что даже вокруг что-то такое происходит. Как у вас с этим? Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с этим. Ну, плюс еще к короне, что скажу, что теперь просто великие меры ввели после 22:00, закрываются все публичные места, торговые центры, рестораны, бары, дискотеки, бассейны, спортклубы и парикмахерские. У меня вопрос к парикмахерским спортклубам. Как бы они что, после 10 особо работали? Есть, конечно, единицы, я не спорю, но все обычно до 10, до 11 закрываются. Мне кажется, просто в список натолкали для кучности всяких вот этих заведений, чтобы казалось побольше. И для того, чтобы всяким ресторанам было не так обидно, как всегда, чтобы не было бучи, протестов народных, знаете, типа в список такой растянули огромный. На самом деле это ничего на нашу жизнь вообще никак не отразилось. Мы все равно в 9 вечера сидим уже дома, потому что у нас ребенок есть. Ну, может, для того молодых, кто тусуется, как-то это влияет на их жизнь. Ну, не знаю, короче. Особо на большинство, на массу людей это никак не повлияет. Самое, значит, перейдем к плохой новости. Когда я сняла это видео, когда я сняла последнее видео, после дня независимости, дня рождения республики Турции, прошло страшное землетрясение в городе Измире. Оно было 6,6 баллов, и были разрушения. Это было, землетрясение было в море, оно пришло в город, Измир пострадал больше всего возле Измира. В сторону Греции там тоже были разрушения, даже погибшие на одном острове. Но пострадал Измир. Землетрясение даже дошло до Стамбула, именно где я живу. Не все его почувствовали, оно было слабое, но что я заметила, это очень даже напугалось, что оно было очень долгим. Вот в этом была вся суть этой проблемы. Трясло около 2 минут, а может даже и больше. Вот уже к нам просто отголоски приходили. Вот лично у меня около 2 минут, минута 40, около 2 минут трясло. Но было слабенько, честно скажу, но страшненько. Были разрушения, не одно. Рухнули сите, обвалились балконы. Во многих домах, которые остались, в них есть трещины. То есть дома уже опасные для жизни. По факту осталось очень-очень много людей без жилья. Самое страшное — это пострадавшие, погибшие люди. В больнице обратилось больше 1000 человек, вроде бы 1035, что-то такое, которые попросили медицинской помощи, то есть это пострадавшие. 137 человек, вот когда я снимала это видео, сейчас еще в больнице остаются в состоянии разной степени тяжести, но их жизни уже ничего не угрожает. И 114 человек, к сожалению, погибли. Вся страна с замиранием сердца онлайн, по телевизору мы наблюдали, как разбирают завалы, как достают людей, достали мать и 4 детей. Достали детей 3 лет с живыми, слава богу. Самое страшное, что каждый из нас может оказаться на этом месте. У меня муж попал в это землетрясение, он в тот момент был в Измире в командировке. И что я вам скажу, помогло то, что он был в низком здании одноэтажном, он выбежал на улицу, но на парковке возле нашей машины просто трещина земли, разошлась земля. Треснуло, представляете? Слава богу, машина у нас туда не провалилась, прям это было очень рядом, и он смог добраться в тот день домой у нас. Но это был огромный шок, стресс. Но это тоже неплохо здесь, кстати, трясло, люстры ходуном ходили. Я боялась, что, скажем так, это очень долго, 2 минуты для нашего здания, для нашего дома это очень долго. Мы даже подумываем сменить, наверное, место жительства свое, поменять квартиру или в другой район переехать. Что-то мы об этом начали задумываться. Проще пока, знаете, продать, купить квартиру, как-то безопасней. Короче, наш дом не безопасный, потому что сентябрьское, год назад, землетрясение в 5-7, да, вроде баллов было сильно, но оно было, слава богу, коротким, недолгим. У нас треснул дом очень сильно, там у него скрепы теперь сделали, и я, честно, я очень люблю наше место, нашу квартиру, но мы думаем о том, чтобы переехать от греха подальше. Такой страх лично у меня, у мужа у нас есть. Вот такие дела, ребята. А вообще, по этой истории могу сказать, турки, как всегда, отзывчивый народ. Они за первую ночь, когда, даже не за сутки, вот это произошло в 3 часа где-то дня, в обед, да, в 2. И уже к ночи, ночью они организовали фонд помощи, просто люди, это не государственная инициатива, и уже собирали средства для людей, пострадавших, у кого проблемы с жильем, теперь у кого нет жилья, или у кого выгнали из дома, потому что там трещины огромные, жилье не предусмотрено сейчас для жизни.
опасная для этих людей фонд, и люди просто со всей страны, каждый отправлял кто сколько может, и собрали они в районе 7 или 8 миллион лир за одну ночь уже, люди просто, это 70-80 миллионов рублей на новые квартиры для людей, на стройку, на вообще на все, у них ничего, вышел на улицу ты голый, у тебя ничего нет. Дай бог, тебе удалось там что-то спасти, там, не знаю, имущество в плане, там, паспорт ребенка своего, родных кого-то. Вот, так что молодцы турки. Вся страна за них всю неделю болела. На данный момент уже остановлены поисковые работы, то есть людей уже не достают. Из пострадавших вот этих 114 человек, это те, о которых заявили родственники, либо по прописке быть там в доме. И сейчас уже идут работы по тому, что разобрать этот мусор, находят останки людей. Но уже живых, конечно, не надеются никого через неделю достать. Но есть случаи, когда и бывали в обломках достают людей через 10 дней, то есть мы все равно все надеются на что-то лучшее. Как говорится, всю неделю Гичмишоу Сун из мир. Это очень страшно. Это не описать. Тут была просто паника, истерия в городе и в других городах тоже, потому что мы здесь никто от этого не защищен, к сожалению. Но все будет нормально. Прорвемся, как говорится. Всем, кто пострадал, я желаю выздороветь, окрепнуть, психически это пережить. Это очень тяжело морально, вот этот страх. Ну что сделаешь, такая жизнь. Мы, к сожалению, не можем обратить такие последствия, вот эти процессы все. Будем бороться с результатами, скажем так. Мне очень импонирует, что турки друг за друга, друг другу помогают. Они молодцы. К сожалению, на такой грустной ноте сегодня я заканчиваю свой выпуск новостей из Турции. Жду ваших комментариев по этому поводу. Всем желаю не болеть, чтобы всех у вас было все хорошо. У меня под видео остается всегда почта для записи на консультации психологические, или чтобы вы присылали свои истории, или какие-то задавали вопросы. Если поставите лайк, напишите комментарий, будет активность на видео, мне будет очень-очень приятно. Это мне очень, скажем так, мне помогает продвигать канал, чтобы у меня было больше подписчиков. Спасибо вам за внимание, скоро увидимся, всем пока.